Чрезвычайное происшествие произошло сегодня во время вечерней службы в православном храме Покрова Пресвятой Богородицы на Малом рынке. С подробностями наши корреспонденты. Заповедь «Не убий» сегодня дерзко нарушили злоумышленники на глазах у сотни прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы. По словам очевидцев, ничто не предвещало беды. С началом вечерней службы собравшиеся соединили свои души в единой молитве, однако свершиться таинству помешал прогремевший в стенах церкви взрыв. На первый взгляд, самодельное взрывное устройство было кем-то оставлено и предусмотрительно приведено в действие. В результате взрыва пострадали несколько человек. Со множественными рваными ранами пожилая женщина была госпитализирована бригадой скорой помощи. Сотрясения, ссадины, ушибы и сильнейшие душевные потрясения получили все присутствовавшие на молебне. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС и всех правоохранительных органов. Пока идет разбирательство, никаких официальных заявлений не делалось. Подробности происшествия в ближайшем выпуске «Алекс Информ».